После этого реакта меня заканцелят. Всем васап, это я Деплак. Сегодня мы слушаем альбом Why Lovely, Lovely World. What the fuck is going on? Today we're gonna review that shit, you know. Ну погнали реагировать на это дерьмо, что могу сказать. С творчеством Why Lovely еще не знаком. Сейчас познакомимся, послушаем. Оценим, что это такое. Окей, поехали. Fuckboy, первый трек. Ах, поехали. Какаю ту суку, ведь та сука трогладит мои ножи. Давно в стене, но моя спина не болит. Зелёна, два чувств разрушитель. Для моего блядь, мы обид. Я вижу дно, но я лишь зритель. Парень склад душе, лишь мне не вижу сны. Прости, детка, не могу думать про лето. Я должен трахать и трахать, чтоб заработать котлету. Все мои мысли смешались водой. Я видел унылое дно, холод, тоска и темно. Ветер спасёт только сон. Всё течёт по лужам, я простужен. Звонит стиль, алло, нахуй сотни сучек, нахуй. Иногда так тяжело крутить, вот нет. Они все не выкупают, пока не придет время. Я знаю, что ты потерян, но все же нужно лишь время. Сори, у меня свет не был поставлен. Так, что я могу сказать? То, что я могу сказать. Нормальный трек в целом. Пока не цепляет. В целом нормальный трек, бит интересный такой, да. В целом слушаем дальше. Это пока мне не дало понятия, что сейчас будет. Поехали. Мысли мой мозг сейчас запало, я не пойму, что со мной, эй. Я остался один навсегда в этом мире, но чувство обеденей. В груди холодный камень, тяжесть слов, не слышу свой пульс. Останусь здесь один, и я обратно не вернусь. Забуду свои сны и не почувствую грусть. Я буду будто дым, я растя, не ходят. В целом, пока ничего, так неплохо. Ну, бит разъёб, конечно, пока что. Так что так, вот хз вообще, что сказать, слушаем. Еще слушаем, еще слушаем. Текст такой очень интересный, по сравнению, такие слова необычно используют, ну ладно. Направо, но я их не знаю. Знаю, что все сны не за правду, холод душа даю. Серый дым убьет меня сразу, душой ко дну иду. Я все был внутри лунной фазы, но мои дни. Танец губы мы сделали, теперь я чудеса. Если ж потом третий лишний крашу, плотно чизиса. Не могу остановиться, мысли побуждают, да. Я один в этой системе, каждый пап, как левый лав. Ненавижу чувств, думаю о папа. Серый дым убьет меня, сразу душой ко дну иду. Я внутри луны, мои дни. Тени ходят слева направо, но я их не знаю. Знаю, что все сны не за правду, холод душа даю. Серый дым убьет меня, сразу душой ко дну иду. Я внутри луны, фазы, но мои дни идут. Тени ходят слева направо, но я их не знаю. Я так понимаю, альбом будет в этом стиле, но это, блядь, ну это же биты карты, чисто в ЛР. Но просто типа, уже довольно устаревший стиль. Не знаю, в 2023-м кто-то такое, типа, будет слушать или нет. Так, поехали дальше. Past memory.exe.
Ты пахнешь как запада, ждать твой запах на стаке. Я бы хотел вернуть назад, но время против меня. Держи в мозгах, не отпускаю, пока капли зима. Я окуну твои глаза спустя года и зима. Я дурак, я что-то тут не так, кто мне друг, кто враг, холодный ребрак, все пропадет, а нас и всех дней, память вода, кто ты для меня. Во мне астральный паразит, питается до лжи, ищу тебя в ночи, давай просто помолчим. Забудь про наши сны, наш мир не для твоих, когда пойду дожди, я вспомню то, что ты. Ты пахнешь как запада, ждать твой запах на стаке. Я бы хотел вернуть назад, но время против меня. Держи в мозгах, не отпускаю, пока камни зима. Я окуну твои глаза. Хорош. Это пока лучший трек с альбома. Это хотя бы бит уже такой более современный. Дом Корлёт, это вся хуйня. В целом ничего такой трек вот этот был. Короче, вот. Ну, я думаю, можно было даже подлиннее его сделать, наверное. Как будто даже не хватило немного текста. Не, ну, в целом хорош. В целом хорош такой, блядь, микс стилев таких, Дом Корлео и чего-то еще, голос какой-то непонятно на что похожий. Как будто, блядь, не знаю. Вот. В целом хорош. Поехали дальше. Замени. Следующий трек. Ну, пока ритмика хуета, откровенно. Он заканчивает на третью четверть, первую строчку, вторую на четвертую четверть. Или даже нет. Ну, короче, ритмика кривая. На разные четверти заканчивается. Типа, первую строчку раньше заканчивает, вторую позже заканчивает. Типа, и это ломает ритмику всю. По стилю, кстати, тоже хз пока. Не знаю. Повсюду гной, помогу ей обойти. Просто побыть со мной, подожди, не уходи. Я знаю, я не прав, но в душе тоска, прости. Забуду все как сок, но забуду отпустить. Замени меня, но не поменяй. Удали меня везде, но не потеряй. Забываю всех людей, меня хоть терять. Замени меня, но не поменяй. Удали меня везде, но не потеряй. Забываю. Короче, в целом я ж не хейчу ни в коем случае, я просто говорю как есть, но под конец уже типа легче стало слушать трек, типа уже более-менее норм. В принципе, этот продукт найдет своего слушателя, потому что, ну, понятное дело, такой стиль слушает много людей, типа, и вот, просто не мое, не знаю, я типа такое не очень воспринимаю, но в целом неплохо. Сначала прям хуево было, потом под конец уже норм. Следующий трек... Туманы.
Let's go. Что за новый диск? Туманы в груди заполняют пустоты. Не могу думать, если не один. Я не ваш БК, я ныряю с высоты. Хоть одинокий как гэм, но все же не соты. Залипаю на ее глаза. Мир взгляд, дверь больше за. Мне не нужно больше ничего. Останься со мной, и я буду рад. Я бы хотел видеть ясны. Там не нас нет. Или мы не мы. Я будто закат, холод в груди тянет назад. Сердце пылает, но оно давно не питает меня. Какова же цена? Туманы в груди заполняют пустоты. Не могу думать, если не один. Я не важен твой кэш, я ныряю с высоты. Одинокий как гэм, но все же не соты. Что такое-то, блядь? Быстрый трек, нахуй, можно было второй куплет еще дать, вообще не хватило. Ну, в целом неплохо, но я не совсем понял, типа, ну, блядь, скип. Надо было добить, и было бы хорошо, а так хуйня. Следующий трек «Flip» с Айан Лореном. Матвей, сука. Нормальный паст выдашь или нет? Сейчас бы... Ох, сейчас захуешь у Матвея, блядь. Сразу могу сказать... Фит испортил весь альбом этот. Перевернул ее мозги, когда вошел в ее уста. Передохнул, блядь, нету сил слушать ее там два и ста. Расчарован, может быть, но твоя судьба проста. Не могу думать о тебе, проснись, а болит голова. Думай, груди, не подходи, мне найти так сложно. Все позади, но не найти, это моя лишь вода. Baby, загляни в мою душу, я покажу тебе страх. Если ты скажешь что-то не то, полетишь в небеса. Я кручу эту планету, поменял ей полюса. Я лучше в этом дерьме, и мне не нужны пояса. Я забыл имя свое, забыл снять с нее белье. Забыл, что мы не живем. Хорошо. Поменяй ты флоу, ебаный рот. Перевернул ее мозги, когда вошел в ее уста. Передохнул, бля, нету сил слушать ее там два и ста. Расчарован, может быть, но твоя судьба проста. Не могу думать о тебе, простишь, я болит голова. Припев средний, Матвей, кстати, на удивление залетел охуенно. Такой прям свежести дал, типа, ну прям пиздатый парт у него. Вот, но в целом, это, наверное... Самый такой, блядь, ну по биту хз, ну вот по звучанию прям, наверное, один из таких неплохих треков. Наверное, в топ-3 точно пока входит. Вот, поехали дальше. Метал. А, не, блядь, какой... Поехали дальше. Memo XZ. 7-й трек. Идет 0.59. А, блядь, а чё такие короткие треки? Я не понимаю. 0.59. Это ж 59 секунд трек. Ну, поехали. Запоминай меня. Запоминай меня. Запоминай меня. Запоминай меня. Запоминай меня таким, как я был когда-то. Вам во мне смешали все стихи. Я долбоёб, однако. Запоминай меня таким. Глубинный груди дым, забытым на виски. Самый холодный среди дым. Я свою голову, мысли звонят на провод. Стены все слышат холод, но мне снова так холод. Запоминай меня. Запоминай меня, 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 ну опять, блять, ну не знаю.
Можно же добить, сделать второй куплет, и типа будет неплохо. Убрать эту типа душную хуйню. Запоминай меня, типа, и будет пиздато. Не, в целом, вот этот, типа, по звучанию неплохой, но просто душная эта хуйня, запоминай меня, типа, по 200 раз повторяется. Та сука заебал. Так, ну все, едем далее. Да, о, я уже на украинском говорю. Едем далее. Так, трек Metal. Why Lovely и One Not Love. Я, конечно, все понимаю, наворовать строки у Моргенштерна, но типа это пиздец. Бро. Я не разобрал, где тут фит. В целом трек норм. Норм, но в топ не входит. Не входит. В целом этот трек норм, но в топ не входит. Типа есть треки получше будут. Следующий трек. UFO? Со знаком вопроса. Я уже знаю, что за лучший трек. Хорош. По ритмике охеренно в припеве. Куплет неплохо, но заруинил ритмику под конец. Ой, блядь, под конец. Что я еще могу сказать? В целом, по биту это, наверное, лучший бит вообще с альбома. Звучит тоже неплохо. Интересно. Можно было еще разнообразить. Ты как-то слишком монотон нашел. Можно было еще интереснее сделать, мне кажется. В целом это точно, наверное, типа топ лучших треков, наверное. Топ-3 тоже, да. Окей, едем далее. Что с ним? Why Lovely, One Not Love. Поехали. Что
Лепнок звуки сзади, называй меня слезым. Пустота сердца, слышу в груди адреналин. Зови меня ответилом пилот, я всегда дрессал там. Я курю один и все, что нужно, больше нау. Суки мне не верят, я не верю сукам тоже. Глядя мне в глаза, на пизде, что мы похожи. Пишут мне в инсте, что не такая же тупа. Она тупа. Ненавижу всех людей, ненавижу эти лица. Видя твое грустное ебало, хочется мне скрыться. Будь добрей, мне скажет мир, а будь добрей, иди ты нахуй. Я кручу себе косой и знаю, что не жду зарплату. Что со мной? 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 Да, ебать его, брат. Я опять не понял, где тут фит. Или у них голоса одинаковые, или я тупой какой-то. Ну, короче, в целом тоже понятно, но типа... Не, в принципе, на определенного слушателя это охеренный альбом. Но не на меня, в большей степени. Есть треки, которые можно... Ух ты, блядь. Есть треки, которые можно послушать еще пару раз. В целом неплохо. Неплохо, ты хорош, ой, лавли. Молодец. С альбомом. Поздравляю. С дропом.